такое мембрана? Мембрана – это гибкая тонкая пленка, приведенная внешними силами в состояние натяжения и обладающая вследствие этого упругостью. Принцип мембраны ученые применили в производстве тканей. Если изначально она предназначалась для использования в космосе, сейчас инновационный материал активно применяют для пошива зимней одежды. Отличительной особенностью мембранных курток и брюк является тот факт, что они непромокаемы. Более того, позволяют выводить влагу наружу, что особенно актуально для детей, любящих побегать на улице. В морозы поздней осенью или зимой мембранная одежда как нельзя лучше защитит от плохой погоды. В первую очередь обращайте внимание на водонепроницаемость, чтобы изделие выдержало даже сильный снегопад. А кроме того, на покрытие ткани и наличие дополнительных пропиток. Если изделие было обработано при помощи подобных средств, влага будет просто скатываться и не проходить сквозь материал. Не забывайте, что мембрана – уникальная ткань, которая подходит для подвижных людей, а при ее ношении следует соблюдать принцип многослойности. Как образуется ледяной дождь? Это явление природы происходит, когда снег входит в теплый слой атмосферы и тает, превращаясь в капли дождя, а потом проходит через холодный слой воздуха. Капли дождя не успевают замерзнуть, но когда сталкиваются с холодной поверхностью, моментально превращаются в лед. В такую погоду главное – крепко стоять на ногах. А придать устойчивости обуви помогут специальные противоскользящие накладки. Они изготавливаются из полиуретана или каучука. Просто купите накладки в магазине и наденьте их на подошву. Есть варианты клеящиеся, а есть разновидность накладок на съемных шипах, которые можно надевать по мере необходимости. Полезными в гололедной проблеме могут оказаться и советы из копилки народной мудрости. Например, устойчивость подошвы может эффективно повысить обычный лейкопластырь или грубый войлок. Помните, правильно подготовленная подошва – успешно пережитая зима. Как быстро согреть руки и ноги во время прогулки? Быстро согреть руки и ноги во время прогулки помогут специальные стельки и грелки. Такие приспособления генерируют и сохраняют тепло в течение 6 часов даже в самый сильный мороз. Проводником тепла является порошок железа. Это вещество природного происхождения и достаточно широко используется в промышленности. Кроме этого, используется активированный уголь, который обеспечивает поглощение излишней влаги и неприятных запахов. Специальный состав грелок вступает в реакцию с кислородом в воздухе. Нагревание происходит сразу же после снятия защитной пленки. Также для быстрого согревания рук и ног поможет обычная солевая грелка за считанные секунды. Она нагревается до температуры в 54 градуса. Ее можно использовать многократно, просто прокипятить в течение 15 минут, и она снова готова к работе. Мембранная одежда, противоскользящие накладки на обувь и самонагревающиеся грелки сделают вашу зиму безопасной, комфортной и теплой. Выбирайте товары и услуги с умом. Разобраться, что почем, поможем в программе «Шоурум».